Всем привет, ребята, с вами Владукс, и у нас сегодня с вами будет обычный геймплейный ролик по игре Бравл Старс. Ну что ж, погнали! Но сейчас на своих экранах вы видите топ-комментарий из прошлого видеоролика. Если ты хочешь также попасть в новое видео, то напиши свой королевский комментарий. И я смогу поставить на него сердечко и также вставить его в новое видео. Но мы переходим к просмотру моего видеоролика. В общем, сегодня мы с вами поиграем в Brawl Stars, и я решил сейчас открыть несколько сундуков, которые я успел накопить, и надеюсь, там будет 500 монеток. Так как кто не помнит, если мы собираем еще 500 монеток, мы с вами купим потом в магазине звездную силу на нашего Булла. И у нас уже будет третий персонаж со звездной силой. Так, давайте начинаем открывать, начинаем, как всегда, с большого. И тут у нас тикеты. Хорошо. И у нас осталось 10 обычных. Открываем первый. То есть ничего. Окей. Второй. Тикет. Хорошо. Третий идет. Ничего такого вот. Четвертом тоже ничего. Давайте дальше открываем. Так. Опять ничего. Мне... Ага, ничего не падает, только хотел сказать, мне выпали гемы. Если выпадут еще гемы, то с вами купим еще мегабокс. Но, мне кажется, они навряд ли уже выпадут, да? Да. У меня не хватило всего, получается, 2 гема, да? Заходим в магазин и да. Да. Не хватило всего лишь 2 гема на новый сундук крутой. Ну, а вот и начинается наша игра. Мы сразу же бежим фармить наши кристаллы, чтобы победить. Чтобы победить, нам нужны кристаллы. Нам надо очень-очень много кристаллов, нужно им слишком много. Вот, потому что я хочу побить, а мне он не дает просто забрать кристаллы. Какого фига он пришел сюда и мне мешает, я не понимаю. Ладно, я понял, мне походу надо будет отбежать чуть-чуть, потому что мне носит огромный-огромный урон, а я хочу победы, я хочу топа. Вот, поэтому давайте пытаемся что-то сделать для того, чтобы получить топ и... Так, меня немножко зажали. Меня немножко зажали, я надеюсь, что я выйду из этой ситуации. Так, давайте сюда поставим мортиру, вот, и пусть она стреляет. Тут у нас Джин, Джина мы также потихоньку фигачим. У меня очень мало хп, я, пожалуй, отбегу и чуть-чуть похилюсь. Мы с вами сейчас стоим и хилимся, он видел, где я, да, молодец, конечно. Но тебе это никак не помогло, так как я уже отхилился, я по ним попал, нифига. И еще раз попал. Я прям снайпер. Так, в общем, забежал я в кусты и сейчас ждем. Так, ждем Джина, да, вот он, и он выбежал, меня все-таки убил. Довольно много времени прошло и довольно мало людей умерли, поэтому минус 2 кубка получил. Блин, давайте, ладно, нажмем еще раз играть снова и надеюсь, сейчас будет все намного лучше. Вот я опять же загрузился и бегу, как всегда, фармить наши кристаллы. Я уже собрал один, тут у нас второй. Главное, чтобы к нам сейчас не перебежал Эль Примо, вот, который там бегает. Окей, тут у нас Пэм. Пэм пошла отсюда, нет. Это вообще-то мои кристаллы, правильно, забираем их. И я бегу, нет, не надо меня тут убивать. Я бегу. Тут у нас Шелли. Шелли довольно, кстати, опасная лично для моего персонажа, вот. Давайте встанем сюда, поставим мортиру и будем тут спокойненько стоять, ждать, пока кто-то к нам прибежит. Так как я не хочу уходить, если мы выйдем, мы довольно много кубков можем потерять. Я не хочу уходить опять в минус, я хочу уходить в плюс. Поэтому убиваем по чуть-чуть Шелли. У нее очень мало хп. Она пытается убежать и 1 хп. Просто 1 хп у Шелли, ее добивают. Жаль, что не я. Но, ну и ладно, да. Давайте сюда поставим теперь турельку. Турельку, блин. Мортиру, вот. Ну, примерно то же самое, что и турелька. Поэтому все отлично. Я пытаюсь сквозь кусты прострелить кого-то. Но я немножко кривоватый, поэтому не туда попал. Так, тут у нас... Тут у нас Дэрил. Дэрила мы также убиваем. Уже топ-4, мы уже в плюсе будем покупкам. Поэтому я доволен. Я довольно-таки сильно доволен.
А вот, пока мы только представим еще Шелли, правильно, и мы остались втроем, я и две Шелли. А, у меня довольно мало кристаллов, поэтому это будет опасно идти на Шелли. А вот, но мы остались один на один, и мне просто ничего не остается, кроме того, как на нее пойти. У нее уже довольно мало хп, я, возможно, могу что-то сделать. Может, я могу что-то сделать? Ну, давайте. Ну, не попал, не докинул. Я не похилился, это очень плохо. Это очень плохо, что я не похилился вовремя, и меня сейчас, скорее всего, убьют, да? Да. А меня она сейчас убьет, да. А, я просто не успел вовремя похилиться, а пытался по ней попасть. Но все-таки топ-2, я думаю, это довольно неплохо. И давайте сейчас мы с вами выходим и заходим в режим под названием «Осада». Вот. А, забыл немножко название, вот, под названием «Осада». И нажимаем также кнопочку «Играть». Так, вот наша надпись «Бравл», да, и начинается опять же наша игра. Я заметил, что у нас там 1800 монеток было в менюшке, и нам не хватает до звездной силы на нашего... Ого, что только что было, вау. Так, хорошо, на нашего любимого Була. И, в общем, я думаю, до следующего видео я уже сам подкрываю немного сундуков, вот, накоплю эти вот 200 недостающих монет, и мы с вами уже в следующем ролике будем покупать, скорее всего, новую пассивку на Була. Точнее, новую звездную силу на Була, вот. Тут называется не так, как везде. Раньше это была ульта, а тут это не ульта, тут это дополнительная какая-то, ну вот, дополнительная пассивка, да. Вот. И, кстати, мы собрали уже робота тем временем, и он у нас третьего уровня, да. Он третьего уровня у нас, и я думаю, ну, это слишком много ничего не даст, потому что он довольно слабый. Так, довольно слабый, да, и меня еще убили. Отлично. Из-за микрофона не заметил этот кустик, и меня, я стоял и упирался в кустик. Ладно, давайте кинем сюда нашу мортиру и будем ждать. По следующем заходе я пробую мортиру поставить так, чтобы она била по их базе. Вот, поэтому сейчас. Ага, все, сейчас мы даже не смогли умереть. Я доволен уже. И нам надо просто собирать... болтики, чтобы не дать собрать им робота. Остается буквально 14 секунд, и я думаю, мы победим, потому что у нас уже слишком, не слишком много, да, но довольно нормально так болтиков. Уже 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И у нас, кстати, довольно уже, нормальный робот 7 уровня, вот, хотя, мне кажется, нормальный робот это уже от 10, поэтому не знаю, как мы сейчас можем сделать заход. Сможем ли мы вообще зайти нормально, а то будет как в прошлой игре минус 0%, надеюсь, это будет не так. Давайте подбежим, понакидываем сюда вот так вот выстрелов, давайте сюда поставим турельку. Как не знаю, будет ли она сейчас попадать. Как я понимаю, да, попадает, хорошо, сидим в кустиках и ждем и смотрим, как турелька носит урон. Да, ее все-таки сбили, но свой урон она все-таки смогла нанести, и он вроде бы даже был довольно неплохой, поэтому опять в кустах запутался, вот, я нажал чуть пораньше забежать в бок. И из-за этого немножко опять застрял в кустах, поэтому ставим опять турельку. И, ну, я думаю, это уже победа. У нас сотый робот, поэтому робот сотая база, поэтому ничего, я думаю, нам не будет. Убиваю, хорошо, забираю болт, переставляю турельку. Нет, не переставляю, ладно. Она, в общем, не нажалась. И сейчас, я думаю, это даже к лучшему. Сейчас мы с вами сможем взять и... Ага. Ну, кстати, давайте кинем ее так, потому что я думаю, это последний заход, и я думаю, это победа. Разносим, да, отлично, бой окончен, и это наша победа. Забираем наших 10 кубков, хорошо, и я думаю, что на этом все. Вот так вот победили, довольно неплохо, поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Именно благодаря вашим комментариям видео будет выходить чаще, и они будут становиться лучше. Всем пока-пока!